Два новых детских сада появятся в текущем году в пригородах Махачкалы. Ход строительства накануне осмотрел премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Новые объекты появятся в микрорайоне Досааф и в поселке Сулак. Уже сейчас параллельно со стройкой идет закупка инвентаря и оборудования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Один из детсадов располагается в микрорайоне Досааф, рассчитан на 200 мест. Общая сметная стоимость объекта около 180 миллионов рублей. На данный момент здесь достраивается первый этаж. По проекту это будет современный комфортный детский сад, где продумано все. От внешнего дизайна до внутреннего интерьера, количество игровых площадок, зон отдыха и сна. Вот они на себя обязательства берут. Этот объект максимально быстро построить. Постараться, чтобы в сентябре уже вышли. С нас лицензирование, с нас точки подключения. Ну, видите, деньги с нашей стороны полностью, как аванс, выплачены. Сделайте еще какой-то, значит, строительный объем, и можно еще раз заявить. Договорились? Месяц уже будет выполнение. Посмотрите, все залито, значит. Вы сейчас перекрытием поступаете. Самый сезон, 3 месяца работы, и вы этот объект спокойно сдаете. Договорились? Еще один детский сад строят в пригородном поселке Сулак. Он также рассчитан на 200 мест. По данным пресс-службы, в населенном пункте как раз столько детей находится в очереди. Это будет единственным в поселке дошкольным учреждением. Здесь предусмотрены красочные беседки, игровые зоны с качелями. Кроме того, детсад будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями. Для этого в здании установят специальный лифт. Ситуация стабилизируется, люди с большей охотой отзываются на наше предложение. Вот, как здесь, так и по остальным. Я смотрю, работу не останавливайте. Конечно, количество людей в 2 раза надо увеличить. Стоит цель к июню месяцу, 15-му числу, нарастить максимально дневную смену. И до конца июня выйти в работу в 2 смены. Если получится, мы с увеличением людей... Прожектора поставить или что? Да, совершенно верно. Будет организовано... освещение. Тем более мы площадки. Знаем, как работают военные, как вы сейчас строите, я думаю. Так и будет. Отметим, что оба объекта возводят военно-строительный комплекс Минобороны России. В целом же по республике структура взяла на себя строительство 20 дошкольных образовательных учреждений. Работы направлены на уменьшение очередей в детсады. Ведь только в Махачкале более 25 тысяч детей ждут своего зачисления. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала.